Самое простое блюдо на каждый день, которое с большим удовольствием едят взрослые и дети. Дополните лишь салатом из свежих овощей и сытный обед готов. Ленивым плов получается за счет выбора фарша вместо мяса. Фарш тушится и готовится намного быстрее. Для получения более диетического варианта блюда, используйте куриный фарш. Рис для приготовления блюда лучше брать пропаренный, тогда получится рисинка к рисинке. Кроме указанных ингредиентов можете добавить любимые специи для плова. Рассказываю, как приготовить ленивый плов. Фарш мясной, 600 грамм. Рис, 400 грамм, пропаренный. Лук репчатый, 1-2 штук. Морковь, 1 штука. Чеснок, 2 зубчика. Масло растительное, 3-4 столовые ложек. Соль, по вкусу. Количество порций, 6-7. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи почистите и помойте. Рис промойте несколько раз водой. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. На сковороде с высокими бортиками или в казане разогрейте растительное масло. Сначала обжарьте лук, затем добавьте морковь. Жарьте до румяности. Далее в сковороду выложите фарш, жарьте почти до готовности. Посолите по вкусу и добавьте рубленый чеснок. Следующим этапом выложите промытый рис, разровняйте лопаткой и залейте водой на 1 см 5 мм, выше уровня риса. Когда бульон закипит, убавьте огонь на минимум, посолите по вкусу и готовьте под крышкой до полного выпаривания жидкости. Ленивый плов готов. Дайте ему еще 5 минут постоять под крышкой на выключенной плите и можно подавать к столу. Приятного аппетита!